Сейчас на объекте работы не ведутся. О том, что строительство все-таки шло полным ходом, говорит лишь оставленный рабочими мусор. Мешки от цемента, строительные леса, доски, металлоконструкции. Кроме того, близлежащая территория тоже в плачевном состоянии. Раскрученные тротуары и разбитая плитка. У жителей Симферополя накопилось уже много претензий к подрядчику. Если вы внимательно посмотрите, вот здесь после дождя собирается где-то сантиметров 15 воды. Еще и технический брак есть. Кроме вот всего этого, страшный брак. Потому что ходить уже невозможно. Если сюда подняться, еще тяжелее ходить нам старикам, тем более с поклажей. Вот это чудо строительной техники. Снизу вот могли реставрировать тоже. Ну, выглядит все так. Ну, в плачевном до сих пор, хотя уже сколько прошло, месяца 3-4 или даже больше, да, полгода. Ну, конечно, надо за собой все поубирать и все доделать, конечно же. Ну, у нас всегда так строят, долго-долго строят, строят плохо, бросают после себя мусор какие-то, леса зачастую. И вот, казалось бы, пока люди несколько месяцев сидели по домам, неужели не было возможности привести в порядок близлежащую территорию? Установить заборы, ведь сложная часть работы уже была завершена. Не закончив начатое, открыли движение для транспорта. В администрации Симферополя нам сообщили, что реконструкция еще не завершена, и окончательную дату завершения строительства сообщат позже. Яна Ютрюк, Артур Добряков, служба новостей ИТВ.